Доброе утро. Если у вас в мастерской нету спиртовки, сегодня я расскажу, как легко ее сделать из подручных материалов. Для этого потребуется пустая алюминиевая банка, ножик, ватные диски и спирт. Вначале мы режем банку пополам. Затем в этой части делаем дырки. И в серединке тоже. Далее сюда кладем ватные диски. Закрываем банку. Теперь в получившуюся горелку заливаем спирт. И поджигаем. Спиртовка готова. Проще простого.